для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Состав гостевой команды. Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. Для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Состав гостевой команды. Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. Для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Состав гостевой команды. Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. Для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Состав гостевой команды. Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. Для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Состав гостевой команды. Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. Для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Состав гостевой команды. Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. И буквально подарил мяч соперник. Мяч покинул пределы поля, аут. Хендерсон. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Не получился навес, мяч выбит первым же игроком соперника. Алехандро Гомес. Для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Состав гостевой команды.
Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. Для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин. Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Состав гостевой команды. Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. Для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин.